Всем большой привет! Сегодня будем печь простой, но очень вкусный пирог. Готовится он из доступных продуктов, которые всегда найдутся на кухне. Нам не понадобится ни кефир, ни молоко, ни яйца. Список необходимых ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Высыпаем в миску 1 стакан манки, 1 стакан сахара, пол чайной ложки соли, размешиваем. Вливаем 1 стакан воды и даем содержимому миски постоять примерно полчаса, чтобы манка набухла. Затем просеиваем туда 1 стакан муки и 2 столовых ложки с горкой какао. Перемешиваем до однородного состояния. Одну чайную ложку соды гасим 1 столовой ложкой уксуса и выливаем в тесто. Туда же добавляем 3 столовых ложки подсолнечного масла. Размешиваем до однородности массы. Дальше берем форму для запекания. Вливаем туда 1 столовую ложку растительного масла и хорошо смазываем дно и бока. Переливаем тесто в форму и отправляем в нагретую духовку. Выпекаем 40-45 минут при температуре 200 градусов. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой. Даем маннику немного остыть. Переворачиваем на тарелку. И подаем к столу. Вот и все. Постный шоколадный пирог готов. По желанию его можно полить топпингом или помадкой. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.